Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу показать вам два товара, которые я получила с сайта New Chic и которыми осталась очень-очень довольна. Эти товары мне были очень нужны, и я прям вот счастлива, что их заказала, и действительно осталась очень довольна. Перед вами дорожная сумка для мамы. Здесь вот на этикеточке можно, видите, даже прочитать, да, Mommy Bag. Очень она удобная, просто замечательная сумка. Я много смотрела и на других сайтах, но, в общем, мне понравилось вот это, и я не прогадала. Давайте сейчас я вам расскажу про габариты этой сумки. Итак, по высоте эта сумка 40-41 сантиметр, ну, смотря как она сложена, по ширине вот так 30, и по толщине, то есть вот так, да, ну, глубина сумки, то есть глубина не внутрь, а имеется в виду вот так, а толщина 16 сантиметров. В этой сумке 6 внутренних карманов и 3 наружных кармана. Это центральный красный карман на молнии, это термокарман и 2 боковых кармана с затяжками, в общем, с резиночками, с такими. И, как я уже сказала, 6 внутренних карманов. Сумка эта текстильная. Видите, швы ровные, строчки ровные. Очень хорошее качество текстиля. Сумка прекрасно держит форму. То есть, девочки, я вот вам прямо от души советую. Также были другие расцветки, но я недавно приобрела для ребенка новую летнюю прогулочную коляску, компактную, складную для путешествий. Коляска с красным капом, поэтому захотелось мне вот такую вот с красным карманом. Вот, ну, мне очень нравится. Правда, она смотрится симпатично. Видите, хорошая фурнитура здесь использована. Вот такая. И давайте буду вам показывать. Вот они, боковые кармашки. Да, они затягиваются. Сюда можно воду, можно что-то еще. В этот карман можно даже салфетки класть, потому что здесь есть вот такая вот прорезь, из которой эти салфеточки можно вытягивать. Дальше, что на обратной стороне сумки? Здесь у нас идут такие ручки, да, можно сделать рюкзак. Я пока не стала делать, хотела показать, как все пришло. Вот так пришло. Буду сама регулировать. Хорошие, мягкие, уплотненные лямки. Крепежи тоже хорошие. В общем, очень-очень довольна. Ручки. Ручки удобные. Есть вот такой вот еще хлястик с кнопкой. Ремешок. Тоже очень удобно. Также в комплекте уже шли 2 вот таких вот карабина с липучками. Липучки отлепляются. За счет этих вот карабинов и ремешков мы можем повесить нашу сумку на ручку прогулочной коляски или коляски-люльки. В общем, как угодно. Дальше. Имеется вот такой вот карман, который можно открывать как снаружи, так и снутри. Мне кажется, это тоже термокарман. Сейчас открою. Вот. Такой карман. Видите, такой материал плотный. И внутри еще кармашек. Дальше. Здесь мы можем видеть значок USB. Порт, да? И сейчас покажу вам дальше. Так, здесь вот так вот. Фурнитура золотого цвета. Открываем.
сумку. Видите, делаю все одной рукой. Вот. И что мне еще понравилось? Посмотрите. Видите, вот это вот. Там металлические спицы вставлены. Получается вот так вот. Сумка прекрасно держит форму. То есть вы всегда возьмете с легкостью, быстро. Все у вас на виду, все, что у вас там есть. Вот, то есть как редикюль такой, саквояж. Саквояж дорожный. В общем, с этими спицами это просто мега круто, удобно. Вот, и в комплекте уже шел USB-провод. Видите? Вот здесь есть отверстие. Мы пропускаем этот USB-провод туда. И сюда кладем свой мобильный телефон, допустим, и внешнее зарядное устройство, в общем, Powerbank. Вот, и заряжаем. В общем, эта сумка для путешествий тоже идеально подойдет. Не только мамам, а, в принципе, кому угодно. Любой девушке, женщине. Вот, ну, конечно, для родителей с детьми это вообще просто находка. Вот, здесь есть внутренний потайной карманчик. Видите, он идет как бы к спине, поэтому все ценное, там денежки, например, лучше положить сюда, да, ближе к себе. Вот, потому что не в наружных же карманах, особенно когда вы несете эту сумку, рюкзак на спине, на себе, да, то лучше вот сюда положить. Вот. И вот эти карманы на резиночках. Можно и бутылочки положить. Сюда очень хорошо подгузники поместятся. Да. Также можно положить и свернуть вот так туда пеленки одноразовые, пачки салфеток, питание поставить в баночках на дно. Ну, в общем, просто супер-мега сумка. И теперь покажу вам внешний карман. Это термокарман. Тоже для путешествий куда-то в теплые края будет тоже незаменимо. Смотрите, здесь еще есть кармашек. Да, и вот такой материал. Здесь термо, и здесь вот такая фольга. Можно сюда, допустим, поставить какой-нибудь кефирчик, ряженку, биолакт или что-то такое. Сок, водичку. Вот. В общем, я очень осталась довольна. Материал везде вот такой вот внутри. Он не клеенка, а вот, ну, в общем, такой синтетический материал. Запаха, да, вот. Когда говорят, там, Китаем пахнет, нет, такого запаха никакого неприятного не было. То есть я эту сумку нигде не выветривала, не проветривала. Вот, ну, очень довольна, прям супер. И даже пришли, я уже заказала отдельно такие карабины для подвешивания, если что, на коляску. Но они даже были в комплекте. Это еще более приятно. Вот, эта сумка была упакована в большой прозрачный полиэтиленовый пакет с застежкой Ziploc. И еще в черный пакет. Вот, и эти товары мне привез курьер службой доставки MaxiPost. Вот, в Ленинградскую область, прям за город, домой привезли. В общем, очень осталась я довольна. Вот, следующий товар, от которого я в восторге не менее. Это вот такая вот милейшая настольная лампа для чтения. Посмотрите, какая прелесть. К сожалению, коробку я не взяла. Она у меня есть, но забыла взять. Прошу прощения, но про лампу буду писать пост в Инстаграм. А также обязательно вам на эти товары оставлю ссылочки под видео. Переходите по ним, если что-то понравится, заказывайте. И посмотрите, какие еще другие варианты есть этих ламп. Вот, там еще есть лампа с ушками, как у Мишки, потом
рожки, как у лягушки. Называется эта лампа LED PET ламп. Да, лампа, ну, в общем, в виде питомца. Вот, мне вот пришел вот такой зайчик, там можете выбирать любого, 4 вида. Вот, прекрасная лампа, светит она без перерыва 3 часа. Если час вы ее не трогаете, она погаснет. Это очень здорово, я оставляю ребенку в качестве ночника. Вот, и также теперь я наконец-то смогу читать, когда у меня дочка спит, да, в полной темноте. Это очень удобно. По габаритам лампы. Высота от ушек, от макушки до низа подставки 27 сантиметров. Ручка, да, вот сама рукоятка 27. Ой, сама ручка, простите, 13. Вот этот вот внешний диаметр вот этой вот лампы, светильника самого, 9 сантиметров. И диаметр подставки 8 сантиметров. Замечательная лампа. Видите, вы можете ее также использовать как лампу для селфи. Видите, там какие огоньки, да, как сейчас популярно очень снимать, особенно кто снимает макияжи, бьюти-блогеры, чтобы вот этот вот кругляш был в зрачке, отражался на фото. Так что, в общем, если вы хотите, то это отличный бюджетный вариант. Вот, не нужно покупать дорогостоящую стойку. Дальше, потом она может светить вот так. Это белый холодный свет, потом идет такой теплый розовый свет и вот такой еще. Три варианта света. Вот, и вот так еще нажимаем, она выключается. Очень здорово. Вы можете ее по-разному наклонять. Да? Я, например, когда ухожу, ребенку оставляю вот так. И она, ну, в общем, немножко так приглушенно светит. Очень здорово. Вот, и чтобы читать тоже в темноте, очень удобно. Бесшумно выключается, переключается. И еще ее плюс в том, что вы ее можете использовать как фонарик. Она мобильная. С легкостью вытаскиваете ее из подставки. Садится она на подставку очень плотно. Вот такая подставочка. В комплекте идет USB-шнур. Здесь мини-USB. А здесь на конце USB. Заряжается, соответственно, от USB, как я уже сказала. Но я хитрая женщина. Я использую вот такой вот блок от зарядки, от планшета. Подходит хорошо. Вот, вот этот провод был в комплекте. Это моя зарядка. Вот, я сюда втыкаю и заряжаю от обычной розетки 220 вольт. Вот, в общем, вроде все сказала. Можно использовать как фонарик. Вот. Особенно хорошо, знаете, если электричество отключат в доме, а у вас есть вот такая вот лампа. Вот, в общем, этим товаром я осталась тоже очень-очень довольна. Обязательно посмотрите, какие еще другие варианты есть с ушками. Ушки силиконовые. Дочке тоже лампа очень понравилась. Она ее любит трогать за ушки. Вот такая вот милая зайка. Если будут вопросы, то обязательно пишите внизу под видео. Задавайте вопросы. С удовольствием на них отвечу. Также под видео вы найдете ссылочку на мой Инстаграм. Подписывайтесь, если еще не подписаны, на мой Инстаграм и на мой канал. На этом все. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, а также рекомендуйте мой канал своим знакомым и друзьям. Желаю всем прекрасного настроения, удачных вам покупок и до новых встреч. Пока-пока!